Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в Плутокраси. Спасибо за очередные пояснения по интерфейсу игры. Это, не знаю, первая игра, в которой я спустя несколько часов уже, да, если это 6-я серия, значит, это уже 6-й час игры. Вот спустя 6 часов я все еще не могу понять, где что происходит. Так, вот, значит, это 5-я кнопка. А меня, собственно, сбивало с толку, потому что я заходил сюда и видел вот эти морды, которые мне были не нужны, а оказывается, вот тут надо переключиться. И видны амбиции. Так. И видны амбиции всех, да? И еще фильтр есть, да? Про который я говорил, да, вот он и фильтр тоже тут есть. Ну так а фигли же его не было в связях-то. В связях же нет фильтра, точно? Точно нет. Мне не показалось. Вот, а вот фильтр, которого мне не хватало, да, вот он действительно присутствует, но не в том меню. Персонажи. Всех доступных персонажей. Так надо было с персонажей тогда начинать, что ли, это меню. Раз персонажа. Агенты влияния. Все. Спасибо за комментарий. Теперь понятно, где заниматься вот этими всеми вещами с амбициями. Так, компроматов нету. Так, ну компромат надо на кого-нибудь с помощью детектива, я так понял, да? А, у меня уже два детектива. Накопилось, людишь. У меня бы коллекторов, конечно, то в тот раз прокинули на 280 штук. Кстати, смотрите, в 1000-то вошел. В 1000 вошел. Так, а доход 3000, да, потому что этот жук, который должен был платить по 60 тысяч, он меня кинул и сбежал. И киллер не смог его прибить, в ягодицу его ранил, и все. Вот этот мужик похож на какого-то актера, по-моему. Прям очень кого-то напоминает. Ну давайте, значит, с амбициями. Нужно опять срочно кому-то дать денег в долг. Вот, смотрите, финансировать компанию, да, только выполнимые, финансы нафиг, это нафиг, предметы, вот, отличный фильтр, которого мне не хватало, да, просто я его не там искал. Так, этот закрываем, и сейчас будем только в долг и только то, что мы можем дать. Круто! А еще мне написали в комментариях, что можно правой кнопкой это делать. Игрок находится в другом штате. А у меня же включено выполнимое. Так а что же тогда мне показывают? А, ну я в принципе могу в другой штат съездить. Ну то есть лично я-то не могу, потому что я не нашел, как это сделать опять. А так теоретически можно метнуться в другой штат, и там да, нужен еще один фильтр по штату. А вот по штату фильтр есть, и смотайтесь, Калифорния. Вот с фильтрами молодцы, все, теперь вообще только наши люди. Во, все круто. Сколько тебе надо? 190 тысяч. А, невозврат 90% практически. Нет, спасибо. Я уже такому дал одному. $27 000 на 4 квартала, 17%. А, этому можно судить немножко. Так. Благодарность куртизанкам. $98 000 невозврат. Ничего себе. Совесть есть у тебя, мужик? Ой. Зачем я сюда нажал-то? Амбиция же надо нажать. 13 000, 68% невозврат. Нафиг. $98 000 невозврат. 93. Чё-то как-то. 68. Да, особо
Чтобы денег никому не дашь. Чтобы без палева то было 96. 38. Ну давай хоть. Ай! Я нажал этот самый. Проценты не поставил. О, блин. Так. Ладно, сейчас найду другого. 38. Ну, вроде сумма небольшая. Детектив. процентов доход минус убыточный чувак какой-то, да, и 66 невозврата. О, 15% всего верняк, наверное. Так, 43, 80. Вот тоже будет 80. А еще одного фильтра нету. 40. Нету еще одного. Так, ну можно их фильтрануть по доходу тогда. Теоретически, казначей. Ну-ка, что ему надо? 40%. Давайте по доходу. По убыванию сделаем. А, можно даже вот так сделать. Ну, как говорится, по убыванию самых богатых начнем. Они, наверное, хотят много занять. Но, наверное, у них и шансы возврата повыше. Нифига подобного. Это я просчитался. Да хуже тут все гораздо. Так. 68, да. Да уж. Долго можно копошиться тут и искать. Чтобы найти что-то нормальное. 59. Вот тоже нормальным. Я думаю, что от 30-ки, от 30% невозврата можно рисковать. Я там делал раньше похуже эти суды. Ну, вот 30-ка. Но я так делал, потому что я был уверен, что этот самый коллектор стопудово мне все вернет, а оказалось, что не всегда тоже это работает. Коллектор дернулся, но не успел. Поэтому надо... Вот вообще 5%. Киллер. Так, а куда все пропались? А, потому что у меня кончились деньги. Понятно. Я что-то увлекся и потратил вообще весь нал. Ну что ж, теперь остается только сидеть ждать, пока новая наличка накапает. А потом можно будет, я сейчас даже в аукционе не смогу поучаствовать. Но у меня по 48 тысяч, типа, что продают. Но сразу что-то крутое подвезли, да, кремниевая винтовка за 300 штук. Ну, у меня 300 штук в принципе не было, у меня было 200 всего. Так, а что я, отказаться? А, нету, отказаться, есть подумать. Джордан Стим, владеющий 8% акций, предложил заменить долю от чистой прибыли. Это изменит вашу прибыль на 0. Ну, на 0, значит, пусть будет. Кстати, у меня же теперь тоже 8%. Как обычно, воздержался. А мне бы надо побольше, чем у него, чтобы иметь возможность с ним ругаться. И, кстати, я увидел там в амбициях, кто-то хочет стать директором. Да, вот... Все крутые штуки сейчас пройдут мимо меня, пока мне вернут часть денег хотя бы.
А 46 тысяч мне вернут за квартал только. То есть, чтобы в аукционы опять влезть, мне надо будет ждать теперь целый год. Это я очень неудачно раздал бабло. С другой стороны, когда мне его вернут, все это бабло, если, да, когда мне его вернут, то у меня будет неплохо все, наверное, с деньгами-то. Так, 90. С расстройством сообщаю, что не могу платить по долгам, но начинается. Эрик Райт. Как тебя найти, Эрик Райт? А у меня коллекторов нет все равно, наверное, да? Да. Нет коллекторов. Коллектор провалил, киллер выполнил. И я потерял свое место в топ-1000. Из-за этого бармота. Так, что он опять хочет поменять долю прибыли? Так, ну тут-то хватит. 104 стартовая цена. Нет, опять не хватит. Это я зря так все деньги-то раздал в долг. Но в тот раз нормально было, по 60 тысяч в квартал, хотя потом это зараза убежал, не выплатив ничего, так что тоже так себе. Акты в убыток я не буду продавать. 90 тысяч. И снова мимо меня проходит. Все крутые аукционы прошли мимо, как только у меня не стало денег. Они начались, и мне не хватило ни на что. Так, что на этот раз? С расстройством сообщаю. Еще один Форточкин. Не хочет мне возвращать деньги. Очень неудачно я раздал. Так, ну давайте, 140 есть. Попробуем выкупить. Ой, нет, подождите. Сколько? Все, больше не хватает. Больше не хватило, к сожалению. 160. А можно было 80 штук наварить на этом деле. Так, бухлишка 37,95, отлично, дам 60, даже 70 дам, ладно, есть, купил за 55, а теперь давайте снова покопашимся вот в этой штуке с амбициями, я теперь понял, как, так, амбиция, акции не надо, разные не надо, предметы, кто хочет купить, и кто хочет купить конкретно алкоголь. Так, еще штат свой, да? Судья хочет купить алкоголь. Так, ой. А ну ладно, можно и отсюда. Это все, что ты хочешь купить? А, можно пощелкать. Вот, смотрите. Это все, что ты можешь предложить. 35 тысяч мне за эту байду. Это не сделка, это фигня полная. Пойдемте. А, постойте, это не тот. Это другое бухлишко-то было. Попутал я. Так, вот этот вот, 95, вот, все, нормально. Прирост 13%, меня устроит. Главное, что я получу 40 тысяч гарантированно и детектива сверху. Вот это уже дело, вот это уже нормально прошло. Так, какие-то акции в убыток мне пытаются. Ну, в общем, если балансировать между долгами и аукционами,
Так, чистая прибыль изменится на 4000. Я против. Сейчас посмотрим, хватит моих 8%. Отклонено. Хватает. Отлично. Балансировать, значит, между аукционами и долгами, то можно и там успевать зарабатывать, и тут успевать зарабатывать. То есть нужно где-то примерно 200-300, ух ты, 200-300 тысяч иметь, хотел я сказать, и увидел, что цена 450 за дублон брашера, который можно продать вообще за лям. Так, ну я точно не смогу участвовать, но мне очень интересно, за сколько он уйдет в итоге. А мне даже не показали. Ладно. Носорог за 280. Тоже мимо. А, просто за 400 штук. Там, ну, за 400, ладно, за 600 или за 700, если купить тот дублон, то можно наварить было сразу 300. Так, что-то вернулось. 265 хватит? Нет, не хватит. А значит, копаем дальше. А вот позиция это растет в рейтинге. Корпус. Этот улетел, олень. Ну, на оленя денег и не было, в общем-то. А, это изменит чистую прибыль на 15. Чувак, ты что-то там какой-то фигней занимаешься? Все, только вот чистую прибыль поганишь. Так, ну-ка. 162, 380. Вот хороший аукциончик. У меня 260, да, но я на все пойду. Потому что можно... А вот уже и нельзя. 260, видите, да? Как раз у меня хватало, но мне не хватило денег ставку сделать. Чтобы сейчас можно было 120 тысяч наварить. Где-то, да, 300 надо держать, а остальное все раздавать в долги. 170, так, вот неплохо. 330, да, я опять готов идти на все свои 260 тысяч. И есть, 257, удалось. Так. Поиск персонажей. А, подождите, купить. Хочет купить. А вот, кстати, зачем мне ждать аукциона, если я могу у кого-нибудь по амбиции что-нибудь выкупить? Сейчас попробуем. Так, оружие. Чуть я не вижу оружие. Никому не нужно, что ли, оружие? Да и тут никому не нужно оружие. Яхты, лошади, дома, монеты, машины, картины. Может, это антиквариат? Нет. Нет, это не антиквариат. Никому не нужно оружие в нашем штате, в грустном. Наш грустный штат. Ладно, 257. 7 спроса. Сойдет. Итак. 282. Ну, 25 тысяч. Я рассчитывал на большее. Ладно, я хочу проверить эту штуку. Так, значит, кто хочет... Ну, давайте антиквариатом поторгуем. Кто хочет продать мне антиквариат? Я сейчас даже оставлю и то, и другое. Продажу и покупку. Будет отличаться? Да. Так, этот хочет продать, правильно? Так, а, штат забыл включить. Ага, у нас все только купить хотят. А, ладно, давайте посмотрим. Другое. Идея в чем? Я сейчас у одного куплю, другому тут же продам. Мне не придется ждать 3 месяца, пока... Ну, там не 3 месяца, сколько, пока новый наступит аукцион. Так, дома, дома. Купить он хочет, да?
Так, значит, красненький плюсик, это он хочет, а зелененького нету, ладно. Ладно, давайте купим все. Выберем все. Мне нужно найти зелененький и красненький. Так, я уже смотрел. А вот же оружие, я же выбирал, почему не появлялось в тот раз? Чучело продается. Еще чучело продается. Так, ну продаются у нас чучела только и антиквариат. Да, а покупать никто это не хочет. Делом. А, ну ладно, а если сейчас попробовать купить, что там у него есть? Рыночная цена 3600. Так, я не в ту влез, что ли? Ой-ой-ой, опять не туда. Так, это красное продать, значит. Нет, нифига, красное... Хотел бы купить, значит, красное это он хочет. Он хотел бы приобрести. Что-то я не понимаю. Ну-ка еще разок. Никто не хочет ничего продать, что ли? Красный, значит, это который я просто выполнить не могу. Понятно. А никто у нас ничего не продает. Все только хотят купить что-нибудь. А, так, ладно, давайте посмотрим тогда во всех штатах. Кто-нибудь хочет что-нибудь продать? Нет, никто не хочет ничего продавать. Обломно. Я думал, просто между ними... Бегать, покупать, продавать это почаще, будет больше оборот тогда. Нифига, так нельзя. Хотя раз есть этот фильтр, значит должно быть. Должно быть, но нету. Ладно, давайте запускаем тогда аукцион. Какой-нибудь. И еще квартал прошел. Так, вернули долги. Смотрите, 450 тысяч стало. А, значит, можно опять кому-нибудь дать в долг. Амбиции выполнимые. Тихо-тихо-тихо. Разные. Займ. Давайте по состоянию их поставим, у кого больше всех денег. Может, ему займ поинтереснее понадобится. Да, 98% невозврат. Очень интересно. Мне надо-то 250... Даже не 200, 150 тысяч надо раздать кому-нибудь. Ну, 25 на 16 тоже норм. Идер. 250, которые не вернутся. 180, которые не вернутся. Да, здесь бы, конечно, тоже не помешал фильтр. Или он опять есть, а я его не вижу. Особенности, влияние, доход. Да вроде нет.
Просто вот так вот всех подряд кликать тоже не очень быстро. Так, 40%, нет, все это рискованно, 54, еще хуже. Да ё-моё, что ж такие все эти-то? Это с самых богатых я начал. 50%, 30% у этой самой с доходом с нулевым, с отрицательным, возврат выше, чем у тех, у кого доход высокий и состояние огромное. Как это вообще? Ладно, еще одного надо какого-нибудь 98 найти. И можно будет... О, 7%. О, и коллектор появился, отлично. Теперь можно уже кому-нибудь отправить большую сумму денег. Но на самом деле я большую уже не хочу, я 27 тысяч бы отдал бы еще кому-нибудь и на 300 торганул бы. 5. Вот, неплохо, 9% всего. Ладно. Невыгодное предложение про акции какое-то. И аукцион. Ну, что там? Вот неплохой аукцион. 1200 можно дать за это бухлишко. И полтинник наварить потом. Тем более 150 можно дать. Так. 150. Ищем. Так, есть желающий купить алкоголь. Отлично. А-а-а. Штаты-то не все. Ну ладно, допустим. Вирджиния. Как доехать до Вирджинии? Так. Иллинойс. Техас. Вирджиния. Далеко Вирджиния, но не страшно. Опять я читать юзер-френдли интерфейс, блин. Так, ну я уже в прошлый раз пробовал, это не перетаскивается. Помощники. В разработке. Так, опять через какие-нибудь... скрытные верхние менюшки, что ли? Вирджиния. Штат. Власти компании. Нет. Ладно, продадим на рынке.
Так, что я купил? Вот это, что ли, да, вино? Дорогущее вино. Спрос 3. Я купил за 150. 3 желающих есть. 170. А может быть, имело смысл доехать тогда, не 20 тысяч заработать, а 100. Напишите мне опять в комментарии, как по штатам кататься. Я точно видел, что вражина как-то ездил туда-сюда, у него получалось. Так, а вот у меня не очень получается. Потенциальный доход. Вот в Техасе неплохо, например. Как в Техас дернуть? Действительно, первая игра, в которой я вообще не могу понять. Нет. Эх, нет, нет, еще раз нет. Ладно, будем копошиться в своем штате. Музей. Финансирование музея. 5 миллионов стоит. Природа влияние даст. 3 миллиона, 2 миллиона, 10 миллионов, 2,5, 21 миллион. Как бы еще так разбогатеть бы по-резвому, потому что заканчивается 77-й год. Значит, осталось играть-то 2 года. Но я хотя бы в 1000 вошел, не то чтобы я, конечно, уж... Совсем-то. 60 на 165. Сотню дам. Ладно, все, 105 максимум. Оставляйте себе свое чучело. И минул квартал. Ну, не знаю, не знаю. А, вообще, хорошая игра занимает где-то... Ну, не в плане прохождения, да, а в нее можно играть где-то часов 50-60. Ну, у меня так. То есть, как бы, если контента достаточно и игра интересная, то могу я часов 50 ей посвятить с удовольствием. Тут шестой час, да, идет, и, в принципе, внутри компании я еще не все потыкал, вот там, где там наша компания, да, а в остальном вроде все уже попробовал, и как бы становится скучно. Так, что я хочу сделать? Я хочу денег кому-нибудь дать, долг опять. То есть, либо только аукционы, либо только долги, либо только акции. Все вместе делать. Чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть там. Не хватает особо денег. То есть, либо везде будет по чуть-чуть. Так что не знаю, не знаю. Вот сейчас... В очередной раз всех протыкивать, проверять, у кого сколько там шансов на возврат, уже неинтересно, честно скажу. 78. Хотя, да, способ, конечно, доходный, и доходы больше, чем от аукционов, судя по всему. Хотя вот там были аукционы с монетой, да, за 500 тысяч, я думаю, там можно было вырубить больше, чем на этих вещах. Но он был один раз такой аукцион. Тут вот опять даже надо идти по этому списку, тыкать. Я вообще предполагал, что в игре будет больше всяких там интриг, политики, всяких вот этих вещей. Вот. Но по факту какая-то, как бы назвать помягче, рутина.
то с одним, то с другим, то с акциями была рутина. Потом выяснилось, что от них особо прибыли вообще нету. Потом я залез в аукционы, с ними была рутина. Потом мне подсказали про займы. С займами в прошлой серии была рутина. Сейчас мне рассказали, хоть где фильтр есть, стало попроще. Но интереснее от этого не стало с ними возиться. Я думал, что там сям покупать, продавать. О, наконец-то, 9%. Так, Диверсант. То есть купить тут, поехать туда, продать. Такая, знаете, как в этом, как в Элите. На Спектруме была тема. Купил воды, отвез шахтерам, продал воду, купил руды, отвез на станцию, продал руду. Думал так попробовать, подзаработать денег. Но я не могу выехать за пределы своего штата. Не знаю, то ли я просто опять не могу кнопку найти, то ли этого нельзя сделать. Но даже если это можно сделать, есть у меня опять подозрение, что несколько поездок туда-сюда и вот эти вот перелистывания бесконечных амбиций, это тоже быстро надоест. Итого вот на 6 часов игры. Да блин, где еще хоть кто-нибудь-то? Был бы тут фильтр поставить там возврат 30, быстро всех прокликал. Все, это работают эти деньги. Пошел в акции, прокликал акции там по рентабельности. Поторговался с ними, да, там механика с торговлей довольно интересная. Поторговался там, повкачивал себе, чтобы лучше торговаться, прикупил хороших акций. Полез в свою компанию, сидишь там в своей компании, отслеживаешь всякие движухи, да, там прибыль, не прибыль. И все, в принципе. В принципе, больше делать нечего. Можно выдвинуться как-то там на пост еще, да? А, все, кончились. Как-то мне приходили там эти письма, что кандидаты могут выдвигаться, но для этого тоже не очевидно, что надо сделать. Что будет, если выдвинешься? 156 влияния я накопил. Так что, в общем, игра несколько поднадоедает. Так, какого-то оленя очередного. 150 тысяч, давайте. Дам 200 даже. Нет, 225 я не дам. Потому что... Вот, смотрите, как-то этот едет Чучундр. Тут написано, сколько он дней будет ехать. Я тоже хочу. Вот правой кнопкой тыкаю, нет, не тыкается. Внимание, штат Невада в разработке. Не перетаскивается. А! Ёпрсоте, а как это сейчас произошло? Заработало! Оно работает. Только понять бы как. Ну-ка, сюда. Нет. А, я сломал. На мужика надо? Да блин, я на мужика... А, все. Надо нажать на мужика. Просто он вот тыкается вот так вот, и непонятно, что это он активирован. А это когда один раз тыкнуть, он активирован уже. Вот, и можно ехать. Но лады, давайте тогда сейчас попробуем провернуть эту тему с аукционами в разных штатах. Так, значит, амбиция. Фильтр. Сейчас попробую. Может быть, сейчас найду что-то интересное. Акции закрываем. Разные закрываем. Предметы. Значит, купить и продать, да? Нам нужно совпало, чтобы одинаково. Но яхты, лошади...
Так, еще раз, продать это то, что они хотят продать, правильно? Все штаты. А никто не хочет продать ничего. То есть это во всех штатах никто не хочет ничего продать. А я тут сижу, выдумываю. Я думал, в прошлый раз я своим штатом был ограничен. Нет, во всех штатах никто не хочет ничего продать, поэтому я не смогу поехать где-то купить, чтобы где-то продать. Знаете, как говорится, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. Ну и вот мне не удастся никуда поехать, не купить ничего, чтобы потом где-то это продать. Ну а смысл мне ехать тогда? Так, а с акциями, если... Ну, а там по названиям еще надо, да? Ну, это уже... Ну, фиг знает. Давайте в политику заглянем еще. А, тут все в разработке. Посмотрим штат, что еще-то найти можно. Власти штата, да? Назначение чиновника. Населением избирается. Населением. 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 Рейтинг 39. Рейтинг 2%. И что можно с этим сделать? Повлиять. Повлиять через вот этих, да? И что мне это даст? Можно дать ему денег, которые он не собирается возвращать, судя по вот этим процентикам. Ничего мне это не даст. Так, это что? Это население, да, губернатор. Хочет владеть акциями нефтедобычи. Ну и... Ну, остается только наша... Так, биржа чего? Недоступна. Только наша компания остается. Вот здесь еще какие-то... А что такое красненький? А, это вражина наша. А, голос на собрании акционеров, убеждений. Он нас совсем не любит за то, что я два раза завалил его этих предложения. Так, повлиять. На компанию повлиять. Руководство. Так, это наш директор. Назначим ему помощника. Например. Кто хочет стать помощником? Никто не хочет стать помощником. А хочет стать помощником. Так, зарплата 5000. В экономике не сейчас от слова вообще. Так. Этот сейчас против, да, будет хренамбула? Принято. Потому что у меня 8% и одна акция. Отлично. Наконец-то. Выбран новый. Почему директор-то? Чего, блин? Было написано выбрать помощника. А зачем я директора поменял? Блин, я думал, это найм помощника директору. Чтобы директору было попроще. И тогда вот тут у нас будет не три наших мордочки, а четыре или пять даже. А в итоге вообще... В итоге я одного уволил директора, другого нанял. И зачем мне это надо было? И амбицию надо было тогда брать того, у кого амбиция была, села. Или у него была амбиция, села. Фиг знает. Так, выпуск акций. Давайте выпустим акции. 170 тысяч. Повысим капитализацию.
Так, заработаем больше бабла, чтобы не в кредит цапнуть. Так, ну это опять против, но он опять пойдет нафиг. Есть. Акционеры, имеющие приоритетное право о покупке выпущенных акций. Ну вот снова что-то интересное. Так, я давайте выкуплю долю в компании. А, размытие доли произошло за счет увеличения количества акций, понятно. У того, значит, тоже доля подупала. Так, потрачено денег 6 тысяч. На 30 тысяч давайте я все... А, до своей, до 8% доли только может докупить. Остальное нельзя, понятно. Ну не вопрос, давайте я выкуплю свои акции. Результаты эмиссии, цена акции 2.30. Увеличение резерва. Так, ну капитализация у нас выросла до 3 миллионов. И у нас прибавилось на 400 штук денег. Все, значит, есть у нас бабло. А теперь давайте увеличим рабочие места. Ух ты, резервы как наши втупятся. Так, а где посмотреть? Там было написано 500 у нас резервов или чего? Не здесь. Баланс, капитализация. Доля рынка 1%. Маржа минус 26. Или это тире? У лидера минус 60. В штате. США 0.11. В мире 0.11. Так, ладно. Рентабельность. Минусовая рентабельность у нас. Посмотрите. А у лидера минус 42% рентабельность. Он в убыток вообще наглухо работает. Что за жесть происходит? Так. Резервы. Вот наши резервы. Пол ляма у нас резервов. Пол ляма резервов. Так. На доходы на наши влияет объем производства, инвестиции в технологии. А, нет, это вот туда выходит. Объем производства. Так. Закупка сырья. Затраты на логистику. Вот, рабочие. А почему вот, кстати, смотрите, тут 51, а там вроде можно было рабочих нанять-то. Давайте, где там расширение предприятия. А, это максимум. То есть у нас сейчас максимум 21, и они не заполнены. Они не заполнены. А они нам нафиг не нужны сейчас лишние тогда свободные места, потому что мы тут не можем подзанять. То есть мы двух и так можем нанять. А директору нельзя намекнуть на это? Применить агента. Ладно, что я еще могу сделать? Субсидии, кредиты, это нам не надо, все. Расширить. Давайте на одно расширим хотя бы. Хоть так, интерес ради. Это все время против меня голосует, а этому все время без разницы. Так, ну у нас сейчас стало 22, правильно? Где ты? Да, 22. Но я не могу сюда нанять рабочих, потому что 50% надо. И одну акцию. А на что я могу повлиять? На цену продажи. Ну, почему цена продажи все равно какая-то фиговая. Прибыль минус 29. Что у нас там в расходах? Зарплатный фонд. Понятно, на рабочих идет. Затраты на содержание. Логистику скинули. Инвестиции в технологии. Долгов у нас нету.
От чего зависят затраты на содержание? Давайте перетащимся на вот сюда. Я же правильно нажал? Да, попробуем снизить затраты на содержание, хотя у нас там такой разрыв кассовый, что тут деваться некуда. У нас есть резервы. Что бы нам еще бы сотворить тут? А больше ничего нельзя. Кредитование. Ну и все, опять же, да, то есть был бы 50% пакет, который я долго и упорно копил. Надо, значит, на старте игры находить самую дешманскую компанию и начать ее выкупать, чтобы получить 50%. Тогда можно уже вот тут хотя бы чем-то управлять. Хоть так как-то. Так, вот это все тоже, да, все вот это мне недоступно. А если мы попробуем диверсанта отправить на чужую компанию? Так, у нас вообще баланс чистый актив 1 000 000. Мы вообще чем занимаемся-то? Доля рынка. Это не наше, да? Baker Brothers, вот, значит, конкуренты. Ага, вот мы со своим 1%. А давайте на Patterson Incorporated. У меня нету акций там. Чуть диверсанта отправлю. Подпортим им жизнь. Так. Маркет. Паттерсон. Так, нет, в Паттерсоне у меня нету ничего. Ну и давайте попробуем повлиять. Ну, давайте диверсанта применим. Агент устраивает диверсию в компанию конкуренте, уничтожает постройки, пожар, взрыв на худой конец. 70% успех, давай. Это раз. Кто там у нас еще? Наши конкуренты были. Здесь, не здесь. Данделион и Гонзалес. Давайте еще запустим и туда. Диверсантов много. Так, Данделион. Сейчас мы... он занят уже. Ладно, давайте мотанем время. Потом Данделиона и Гонзалеса еще попробуем обрушить. И за счет этого... и аукциончик. Посмотрим. Есть. Уничтожено 13 рабочих мест. Аукцион что продает? 49 тысяч. Ну, давайте отвлечемся на минутку. На сотку, да? Ладно, 70 дам, больше не дам. Все, идите нафиг. За 88 вообще не было смысла. Так, Данделион теперь. Что, зря я, что ли, этих копил столько мужиков, диверсантов. Так, сейчас Данделион и Гонзалеса тоже попробуем прихлопнуть немножко. Есть, да? 14 рабочих мест уничтожено. Так, ну и остались у нас Гонзалесы только. Гонзалесы, вот они. Погнали. Аукцион с оружием. О, 175. Давайте. Так, сколько? 300 штук, да? Ой-ой-ой-ой, все. Так это вообще невыгодно делать. Все, закрывайся. Сейчас ждем Гонзалеса пока. Наш диверсант подточит. Так, что он хочет?
нового директора. Да давай, мне без разницы, я там думал помощника взять. Директора, а директора-то доход ноль. Нет, иди отсюда. Так. Что-то дзынькает. Вернул или не вернул? Расстройством сообщаю. Ну что ж ты, Ангелина Санчес. Ну я вроде много не давал ей. Ладно, бог с ней. Не буду я к ней отправлять никого. Не до нее сейчас. Уничтожено место всего 4. А, давайте смотреть теперь, что у нас там с долей рынка. Один и два. Чуть-чуть. Так, смотрите, минус 0,2, минус 0,55, а мы подросли чуть-чуть. Да, сработало. Свинство это. Наше свинство сработало, ура. Но незначительно, очень незначительно. Так, что еще можно испоганить этим ребятам? Этим Данделеону что-нибудь еще испоганим. Вот, кстати говоря, диверсантов-то еще полно, да? Киллер, бандит, ну, через 70 дней. Понятно, нельзя одну компанию спамить постоянно этими диверсантами. Так, ну а что если мы директор Данделеона, например? Так, авария, ну это мы сделали. Кто у вас директор? Конгрессмены сплошные. А, ну, наверное, его должны звать Данделеон. Диас, Фостер. Нету таких. А вот руководство, что я? Брайан Фостер. Хо-хо-хо. Сейчас посмотрим. Отправим киллера туда. Так, что там лохать? 360 тысяч, у меня столько нету. Сейчас посмотрим, что там с директором Данделеона произойдет. Так. Опять в мягкие ткани. Киллеры какие-то беспонтовые. Либо они такие в принципе, либо конкретно мои не могут попасть. 37 дней в больнице. Все, да, он выключился. Применить агента можно прямо отсюда. Да, этих нельзя. Давайте посмотрим, что там у нас. Теперь, когда с Данделеоном еще хуже все стало. Нет. 1,2. Нет, пока все так. А, наверное, еще надо, чтобы время какое-то прошло. Минус 0,2. Так, что он там хочет опять? Дневную норму производства на уровне 60. Чистую прибыль еще на 8 тысяч. Ну ладно, давай сделаем это. Выкинул какой-то 173. Ну, 1300 можно дать за это чучело. Если оно за 400 уйдет. Да чтоб тебя. Есть, 294. Так, ну теперь, когда я знаю, как ездить по штатам, можно найти, кому это чучело продать. А где оно есть-то?
Что за дела? Оружие, трофей. А в прошлый раз оружие не открывалось у меня. Что, никому не нужно чучело, что ли? Или штаты? Нет, штаты все. Вот что опять за ерунда? Ну вот же, чучело, чучело. Ну-ка, в твоем штате. Да и в своем штате. Ой-ой, ну ладно. Хочешь купить чучело зверя? Ну, как-то не очень, смотрите. Я купил за 294, а он мне даст 226 всего. И какой мне от него толк тогда? От этого мужика. Я так и на рынок выставлю. Еще хуже все. Ну, и смысл. Так, вот, кстати, еще чучело. Странно, что что-то по фильтру у меня не отработало. Ой, да какие-то они все ущербные. Еще хуже. Нафиг вас. Или спроса нет вообще на этого? Два спрос есть. Ну, два опасно, конечно. От трех было всегда хорошо. 294, 310. 16 тысяч совсем мало. 5% всего. Но тем не менее, то, что те чуваки предлагали, вообще в убыток шло. То есть смысл, толку с них какого? Вообще никакого. Так, где наша компания? Забастовки. А что забастовки-то? Мы же... Дневная норма 60%. Уровень зарплаты. Он ее повысил или понизил, этот упырь? Дневную норму надо до 100 поднимать. Но я не могу. Так, а я там снижал. Да, что-то я там снижаю, но не очень сильно, потому что расходы выросли до 44, а были 35. Ну, вернее как, 135, да, минус 35 было. Так, ну вот, кстати, снизилось все-таки. С расстройством сообщаю. Да вы запарили. Так, Исай Говард. Пошли. Так, надо сначала выбрать, да? Нет. Говард. Сенатор. Отправим коллектора к нему. Тут повадились не возвращать долги. И вернемся в свою компанию. 120, да, были 135, тали. 120, снизились наши расходы. Но и прибыль наша не выросла. Еще надо снижать. Уже июль 78 года. А как там наша доля? 1,1. А потеряли мы свои доли. У нас было 1,2. Эти ребята, видимо, отошли от аварий.
и даже директор с простреленной жопой никак сильно, не сильно повлиял на Дандельон. Ну или как-то так. А пишите в комментарии, если еще есть какие-то интересные вещи в этой игре, потому что, на мой взгляд, все, что можно было тут поделать, оно поделано уже и превращается в рутину. Вот тут как бы можно как будто что-то побольше поделать, но опять же, незначительно мои влияния на вот эти квадратики, а вот эти квадратики я не могу менять, пока не выкуплю кучу акций. А на такую кучу акций у меня еще нет денег. Хотя вот 1.5 ляма накопилось уже, да, это примерно на 50%, если все продать и купить акции на все деньги. Но попробую я, наверное, это делать в следующий раз уже. Потому что 78-й год, как бы до конца игры осталось всего ничего. Я думаю, что раздачу до конца я доиграю. Хотя уж она, конечно, поднадоедает. Но опять же, если что-то интересное мне покажете, чем я тут еще не занимался, то, может быть, будет и второе прохождение, но это не точно. Зависит от того, что покажете. В любом случае, буду благодарен комментариям, лайкам, подпискам, колокольчикам и всем прочим вещам. Спасибо за просмотр и пока!